Так снимай. Да? Так, внимание. Так, снимай. Все, нормально. Орешку разумать. Уже снимай? Все снимай. Так, записи делаем. Я потом смотрю. Каждый из нас верит в судьбу, что суждено ему на роду. То не изменишь, не обойдешь, пока по пути своему не пройдешь. Но надо все же поверить в себя, ведь не всегда благосклонна судьба. Если не ты, то кто же еще подчинить себе сможет ее? И пусть идет молва, что не твоя судьба, что твой удел раба навсегда. Но меч в твоих руках и враг в твоих ногах, решай, твоя судьба навсегда. Господи, дай мне поверить в себя, чтобы понять, для чего создан я. Я вижу теперь, дрогнет рука, и моя такова вот судьба. И пусть идет молва, что не твоя судьба, что твой удел раба навсегда. Но меч в твоих руках и враг в твоих ногах, решай, твоя судьба навсегда. Не снимай, я не могу. Я думаю, что будет. Не через стекло это делать. Ну, все, мы снимать будем. Навсегда. Но меч в твоих руках и враг в твоих ногах. Решай, твоя судьба навсегда. Отлично, теперь то же самое. Два дабла, второй голос на второй петер. Последний, в смысле, который. Я понял. Он нормально там слушается, да? Да. Здорово! Отлично! Это ж рок. Удел раба навсегда. Но враг в твоих ногах и все в твоих руках. Извиняюсь, извиняюсь. А может дабл записать целиком на этот старый припев? Навсегда. Но враг в твоих ногах и все в твоих руках. Решай, твоя судьба навсегда. Блин, а где же кик, чтобы там вставить? И дабл. Вставить. У меня кусочек в конце, можно навсегда. Но враг в твоих ногах и все в твоих руках. Здорово ты, как, а? Удел раба навсегда. Но враг в твоих ногах и все в твоих руках. Решай, твоя судьба навсегда. Ой, хорошо, такая. Да, хватит, я думаю. Да ладно, пусть будет. Еще третий. Ну, если хочешь. Ну, смотри, ну давай. Чем больше, тем больше я слушаю, я походу, да, у себя. Да нет. Вот я поэтому. Потом что-то пригодится. Третий.
если нужно. Я не знаю, как он. Ну попробуйте, сейчас первый. Ты, текст нужно все. Только не, не в первых этих самых, а в самом последнем, который. Да. Но враг. Хорошо, последний. Вот этот вот, наверное. Навсегда. Но враг в твоих ногах. И все в твоих руках. Решай, твоя судьба. Блин, you're right here. Ладно, ну пусть будет, я потом решим, оставлять или нет. Пусть будет, я потом сотру все. Я думаю, чтобы все спеть. Нет, мы все оставим. Все? А может еще? Попробуем, оставим его. Ну, я еще разочек его. Почище. Навсегда. Но враг в твоих ногах. И все в твоих руках. Решай, твоя судьба навсегда. Спасибо. Класс. А дабл, дабл. Кому-то надо ли к верхнему дабл? Надо, надо, давай. Пиши все. Вот где тебе предлагают, он отказывает. Круто, наверное. Давайте. Конечно. Навсегда. Но враг в твоих ногах. И все в твоих руках. Решай, твоя судьба. Навсегда. Не дрогнет рука. Дверь не дрогнет рука. И моя такова вот судьба. Видел чудеса техники, но такого. Сверь судьбу, что суждено ему на роду. Что суждено? Что суждено? Что суждено? Что суждено? Запишите, пожалуйста. Угу. Каждый из нас верит в судьбу. Что суждено? Отлично. Ему на роду. То не изменишь, не обойдешь, пока по пути своему не пройдешь. То не изменишь, не обойдешь, пока по пути своему не пройдешь. Но надо все же поверить в себя, ведь не всегда благосклонна судьба. Если не ты, то кто же еще подчинить себе сможет ее? Да, все остальное хорошо. Ура! Здорово! Клево? Клево. Ну да. Не то слово. Кому? Ой, Артур! Артур, а можно у нас еще микрофончик? Давай тоже на микрофон сфотографируем. Да. Что починить? Сможет ее. Так, снимай, я там с ним тоже просил. Каждый из вас поверит в судьбу. Я не помню слова. Что суждено? Мы поем вместе. Ну да, там же хор будет. А записывается уже, Зурав Зуравыч. Спасибо. Всем вам особенно.